Выходные в Красноярске будут теплыми и снежными. Уже сегодня вечером температура поднимется до минус 8. Завтра днем станет еще на градус теплее. При этом пойдет снег и усилится западный ветер. Возможны порывы до 11 метров в секунду. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 10. В светлое время суток до минус 7 градусов. Осадков станет меньше. По предварительным данным синоптиков, начало следующей недели в Красноярске будет сравнительно теплым. Но со среды температура начнет понижаться. Ночами столбики термометров приблизятся к отметке в минус 20 градусов, зато в городе будет стоять ясная погода. После такого тепла это, конечно, будет достаточно резкое похолодание, но оно будет не длительным. А по крайней мере, к следующим выходным мы вновь ожидаем повышения температуры воздуха. Пока вот на Новый год у нас все-таки сохраняется прогноз с температурами воздуха в районе минус 15-20 градусов, небольшой снег. Морозов ниже 25 градусов мы точно не ожидаем.